Здравствуйте! Вы смотрите программу «Открытая книга». Задача нашей жизни – соединиться с Богом, а грех совершенно препятствует этому. Поэтому бегайте греха, как страшного врага, как убийцы души, сказал Иоанн Кронштадтский. Как бороться с грехом? Сегодня мы говорим об этом со священнослужителем Иваном Ильичом Вельгошей. Иван Ильич, рада приветствовать вас. Здравствуйте. Итак, что такое грех? Очень емкое понятие. И в богословии есть целое направление, хаматология, которое изучает именно понятие греха. Настолько оно емкое. Если попытаться ответить кратко, то, наверное, можно сказать так, что это состояние вражды к Богу в Его творении. А если чуть шире попытаться сказать, то нужно заметить, что это не просто состояние вражды, но это то, что передается, можно сказать, по наследству. Таким образом, с молоком матери мы как бы уже получаем вот этот вирус греха или ту греховную природу, в которой живем. И это уже неизбежно, не изменить. Во всяком случае, Священное Писание, вот в частности, Давид в 50-м псалме, в 7-м тексте говорит, что «во грехе я зачат, и во грехе родила меня мать моя». Он говорит об этом как о состоянии, в котором он уже вошел или пришел в этот мир. Поэтому это состояние, которое передается из поколения в поколение, а значит, грех – это мы. То есть все наше естество – это уже грех, потому что мы греховны. Как же бороться с грехом? И возможно ли вообще бороться со своей греховной сущностью, если она вот на нас как кожа? В общем-то, это то, что от нас неотделимо. Да, вы знаете, бороться нужно, безусловно, потому что в этом, наверное, и смысл христианской жизни, чтобы не смириться с положением дел вот в области нашей греховности, да, а противостать. И в Библии очень много текстов, которые призывают нас бороться, призывают нас действительно призывать имя Божие и все делать возможное для того, чтобы грех был побежден. Поэтому как бороться – это другой вопрос, потому что тут уже, скажем, целое откровение Слова Божие в отношении того, как может быть побежден грех в жизни верующего человека. Что об этом говорит Священное Писание? Вы знаете, вот для меня 6 глава к Римлянам – это одно из мест Священного Писания, где очень подробно и целиком вся глава посвящена именно вопросу борьбы со грехом. Если вы не против, мне хотелось бы, чтобы мы обратили Конечно. Внимание на некоторые моменты из этой 6 главы послания апостола Павла к римлянам. Здесь в самом начале, или, можно сказать, в первой части этой главы, говорится о смерти для греха. Ну, давайте мы прочитаем с первого текста по 8. Что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Зная, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Ну, пожалуй, мы остановимся вот на этих текстах. И вот здесь тематика смерти. Смерти для греха. Это очень важно. Получается, что грех нельзя иначе победить, как только умерев для греха. То есть нельзя противостать греху, то есть нельзя, получается, как бы жить рядом со грехом и думать о победе над этим грехом. Нужно умереть для греха. Почему умереть? Потому что вот вы так уже метко образно заметили, что это как кожа, да? То есть это вот оно внедрилось в нас, оно живет в нашей природе, оно проникло во все поры, во все клеточки нашего естества. Это само наше состояние перед лицом Божьим. Нужно умереть для греха. Как это происходит? Во-первых, здесь речь идет о крещении. Я хочу сказать, что это самый важный первый шаг
на пути борьбы со грехом. Встречал неоднократно людей, которые выражали надежду, что они как-то сами смогут победить какой-то грех, смогут противостоять какой-то наклонности своей природной, греховной. Но без крещения эти попытки тщетны. Почему? Потому что если даже нам удастся в какой-то области нашей жизни от чего-то избавиться, то в другой области нашей жизни грех может преуспевать, может одерживать победы. Или же то же самое вернется чуть позже в нашу жизнь. Конечно, кто-то скажет, разве это не происходит в жизни верующих людей? Происходит. Грехи возвращаются иногда. Иногда совершенно в разных проявлениях у нас присутствует грех в нашем естестве. Но крещение, помимо того, что это готовность умереть для греха, это еще союз с Богом. Это завет с Богом. Почему? Грех нельзя победить своей силой. А Господь как раз для того и пришел. Вот посмотрите, есть очень хорошие слова. Евангелие от Матфея в 1 главе, 21 стих, мы читаем такие слова. «Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их». Это слова ангела к Иосифу, мужу Марии. И вот здесь очень конкретно сказано, что Иисус спасет людей своих от грехов их. Ради этого Он пришел. И Он может побеждать всякий грех. Поэтому самое первое – это быть готовым умереть для греха. То есть я не хочу, чтобы грех был в моей жизни. Я лучше умру, чем буду жить во грехе. Вот такая готовность, я скажу. Я лучше умру, чем согрешу. Это выражается в символе крещения. Потому что крещение – это водная могила для всех наших прошлых грехов. Это очищение, но это же и завет. Завет с Богом, потому что нам нужен сильный помощник, союзник, который может победить всякий грех. Вот это первое, что, наверное, с чего нужно начать в вопросе борьбы со грехом. А дальше? Жизнь продолжается, и вы знаете, некоторые люди, они, кстати, попадают вот в такую ловушку. Они думают, что если я принял крещение, если я уже решил в этом своем решении умереть для греха, заключил завет с Богом, все, дальше ровная жизнь, прекрасная, без сомнений, без тревог, без грехов. Те, кто так думают, они разочаровываются. И я вспоминаю рассказ одного пастора, он мне рассказывал о своей христианской жизни, о том, как он начал путь христианских убеждений. И он говорит, что он именно так принимал крещение. Он ожидал, что все, в этот день все закончится греховно, на следующий день начнется только все безгрешно и радостно. И так как он спешил на занятия каждое утро, он ставил будильник и говорит, я просыпаюсь рано утром на следующий день от того, что звенит будильник. И говорит, первое мое желание кулаком дать по этому будильнику, потому что раздражает, не хочется вставать. И вдруг, говорит, так аж мурашки по коже, как так? Во мне снова это какое-то побуждение, желание ударить этот будильник. Я же принял крещение, такого же не должно быть. И он говорит, вначале у него был достаточно такой непростой период сомнений, какого-то разочарования. Нет, крещение – это только начало той жизни, которая теперь однозначно, эта жизнь борется со грехом. То есть не надо думать, что это конечный результат. Это только начало жизни с Богом. Что после крещения ожидается? Смотрите, мы можем прочитать здесь стих 12. «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его». Очень важное замечание в Слове Божьем. Грех теперь не должен царствовать в нашем теле. Что значит царствует грех? Как понять? Господствовать, управлять нашими желаниями. Совершенно верно. И во второй части этого текста дается ответ, что такое, что это за положение или состояние, когда царствует грех. Чтобы вам повиноваться ему в похотях его. То есть, получается, когда мы повинуемся греху, греховному побуждению, мы воцаряем грех. Почему? Потому что грех начинает царствовать. Он повелевает нами.
как царь, как господин, который проявляет свою волю, и мы тут же эту волю исполняем. Поэтому очень четко 12 текст 6 главы к Римлянам говорит нам, что грех не должен царствовать. То есть, если я принял крещение, если я пожелал, чтобы между мной и Богом был заключен завет, союз, что, чтобы Господь побеждал всякий грех. Теперь я должен вот вооружиться этой мыслью. Грех не должен царствовать. А ведь как происходит? Иногда мы очень так легко соглашаемся и говорим, да, грешен, да, вот грешным делом слаб я в чем-то там, это моя слабость. И вот заметьте, сегодня грех не называют его именем. Говорят, зависимость, слабость, увлечение, там, ну, как угодно. Да, заметьте, да, что да. Не говорят конкретно, это грех. И даже считается в нашем сегодняшнем человеческом обществе, когда, как будто это грубо, вот, ну так, сказать, что это грех. А ведь на самом деле так и должно быть, потому что Слово Божие называет все своими именами. Если это грех, мы не должны бояться называть это грехом. И более того, грех не должен царствовать, господствовать. То есть нам не нужно повиноваться. Если я повинуюсь греху, я воцаряю грех. А что значит воцаряю? Значит, отныне я даю право греховной наклонности управлять мною, принимать какие-то решения чуть ли не за меня, да? Диктовать мне, как жить. И вот я хочу заметить, что каждая маленькая победа в противостоянии греху, она возвышает Иисуса Христа в нашей жизни. Почему? Потому что каждое маленькое поражение, наоборот, возвышает грех в нашей жизни. Греховное проявление, которое борется с нашей волей, отданной Христу. Но это не все. Вот если мы читаем дальше, смотрите, в 13 тексте как бы продолжается тематика борьбы со грехом. «И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Очень интересная мысль. Как бы получается, мы предаем члены нашего тела на поле битвы. Вот идет борьба, идет сражение. И вдруг я так просто решаю, да, ну ладно, ну вот в этой борьбе я свой разум предам. Ну, я предам в руки врага. То есть, другими словами, я позволю своему разуму быть, ну, в греховном состоянии. Но Павел говорит, вы предаете их, предаете на поле битвы. То есть, вы их бросаете, не нужно этого делать. И вот здесь это, я считаю, такой мощный стимул, который нас заставляет быть на страже всего нашего естества. И наши руки, и ноги, и голова, и глаза, и сознание, и чувства. Всем этим мы должны дорожить в борьбе со грехом, чтобы не предавать в орудие неправедности. И ниже он говорит в 14 тексте, «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». И вот этот 14 стих, он как бы предваряет, что должно произойти дальше. То есть показывает, не только должно быть противостояние. Вот ошибка многих людей, что они умерли для греха, пожелали заключить завет с Богом, да, и теперь, стиснув зубы, вот только борется и борется со грехом. Нет, друзья, здесь 6 глава говорит, что помимо вот этой воинствующей позиции против греха, мы должны обратиться к благодати. Вы не под законом, но под благодатью. Без благодати Божией нам не одержать победу. Нам просто не выиграть это сражение. И дальше вот идет именно развитие этой мысли. Стих 16 можем прочитать. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности?» Вот мало противостать греху, мало бороться со грехом. Нужно вот теперь все члены моего тела, все мое естество, все мое сознание, наоборот, посвятить не греху, а Богу и попросить, чтобы Господь это использовал как орудие праведности. Как-то мы с вами вспоминали уже высказывание Клайва Льюиса о том, что победа не в уменьшении страстей плохих, а в умножении страстей хороших. Вновь эта мысль как бы повторяется в 6 главе послания к Римлянам. И посмотрите, заканчивается эта глава очень красиво, да? «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности».
нет третьего положения. Либо ты раб греха, либо ты раб праведности. Но нам, людям, так и хочется быть какими-то, ну, вот, независимыми наблюдателями вот, во всей этой борьбе. Да? Да. Нам не хочется быть в греховном состоянии, но очень многие люди не торопятся быть рабами праведности. А как это так? Почему мне опять ну, в каком-то рабстве пребывать? Угу. А я хочу сам по себе. Я хочу жить так, как хочу. Иногда, может быть, даже хочется, чтобы кто-то нажал кнопку, и все бы тут же изменилось. Тут же мои желания стали благими, я перестал совершать греховные поступки, но как бы независимо от моих действий. Да, волшебным образом. К сожалению, вот я хочу сказать, что вера и религия для многих людей сегодня это вот какой-то свод правил, какие-то инструкции, какие-то кнопки, как вы говорите, да? То есть вот что-то вот нажал, что-то запустил, оно активировалось, оно пошло, и дальше процесс идет. Нет, друзья, все-таки это воля, это чувство, это разум, это борьба, это каждодневное участие и вовлеченность. И вот если говорить о том, что нет третьей позиции, то есть нет нейтрального положения, либо ты раб греха по этой главе, либо ты раб праведности, то многие люди, они не готовы с такой реальностью столкнуться, они не хотят, протестуют. Ну, я иногда так с этими людьми беседую, говорю, вы знаете, вот, ну, представьте, что вы оказались на поле битвы. Идет сражение. Вы достаете шезлонг, разложили его на передовой линии, зонтик поставили, там, газету в руки взяли, лежите и возмущаетесь. Что это мне мешает там, ну, загорать или газету читать? Тут мины, снаряды рвутся. Что это мне мешает? Да? Ну, любой вам встречный прохожий скажет, да ты в своем ли уме? Ты на поле битвы, ты на передовой линии. Вот, тут не равен час тебя зацепит. Давай-ка сразу определяйся, либо ты на ту сторону переходишь, либо на эту. Вот очень часто, вот знаете, как бы многие люди, они искушаемые вот такими мыслями, что живя в эпицентре вселенской борьбы, ведь наша Земля – это эпицентр этой великой борьбы, этого великого сражения, мы почему-то для себя считаем возможным быть вот на нейтральной полосе. То есть не с этим и не с другим. Вот я где-то посредине. Не получится. Слово Божие очень однозначно говорит, что чью-то сторону нам придется в этой борьбе занимать. И вот 6 глава к Римлянам и вообще все Священное Писание, оно говорит, что не бойтесь быть рабами праведности, не бойтесь заключить завет с Богом, не бойтесь вступить в эти личные отношения с вашим Творцом. Почему? Потому что альтернатива другая. Вы останетесь рабами греха. И никто не будет жаждать вашего спасения там, никто, несмотря на все золотые горы, не обеспечит вам той вечной будущности и того счастливого бытия с Богом, который только Господь может даровать и обеспечить. Поэтому конечный пункт в 6 главе, как я его вижу, это не только борьба, не только решение умереть для греха, не только крещение, это активно молиться и стремиться и думать о том, чтобы Господь использовал меня как орудие праведности. То есть активная жизненная позиция в том, чтобы творить добро, совершать праведные дела не своей силой, силой Божьей. Иван Ильич, есть люди, которые ведут внешне праведную жизнь и не совершают каких-то явных грехов. Значит ли это, что они избавились полностью от власти греха? Ну, вы знаете, что, конечно, можно пытаться жить внешне правильной жизнью, но я не встречал за свою жизнь ни одного человека, который был бы свободен от, скажем так, посягательств греха или греховных мыслей, чувств, побуждений на него самого. Вот я не встречал таких людей. Который был бы свободен от страстей. Да, от страстей, там, от наклонностей. И вот смотрите, казалось бы, Господь Иисус Христос, да, рожденный от Духа Святого на нашей земле. Но ведь и к нему дьявол ищет ключики, какие-то подходы, да, к тому, чтобы как-то его искусить. Читаем Матфея 4 главу, Луки 4 главу, когда Христос искушаем в пустыне, мы видим, что дьявол всячески ищет любую возможность, чтобы искусить его. И даже когда вот он уже умирал, Господь наш Иисус Христос, смотрите, как, с каким сильным искушением он столкнулся, да, когда эта чернь и в лице этих людей сам дьявол ругались над ним и говорили, ну, других спасал, а себя спасти не можешь. Если ты Сын Божий, спаси себя самого. И это был вызов. Казалось бы, вот по греховному такому, ну, или по плотскому убеждению, да, нужно сейчас сойти с креста,
Нужно всем доказать, показать, кто ты есть, и тогда, ну, так можно было предполагать, все поймут, что ты, ну, как бы выдавал себя именно за того, кто ты есть на самом деле. Если к Иисусу, рожденному при непорочном зачатии, дьявол мог находить какие-то ключики для того, чтобы попытаться искусить, он не вел его в грех, но все-таки пытался, то тем более нас, плотских людей, которые, как мы говорили, во грехе зачаты и во грехе рождены, тем более нас он знает, как искушать. И это тщетно себя, знаете, вот утешать такой мыслью, что я теперь безгрешный человек. Апостол Павел в послании к Коринфской церкви говорит: кто думает, что стоит, берегись, чтобы не упасть. То есть это как раз тот момент, если ты думаешь, что побежден грех, ты свободен, ты святой человек, это тот самый момент, когда тебе нужно быть осторожным, чтобы не упасть. А если мы все-таки проиграли в очередном сражении с грехом, то как быть, как вот сохранять надежду на то, что в дальнейшем, возможно, мы выиграем? Вы знаете, поражения будут. И будут неизбежно. Почему? Потому что Слово Божие красноречиво свидетельствует нам о том, что даже сильные люди, крепкие веры, такие как Авраам, Давид, многие другие, да, как апостолы, они имели свои слабости. Иногда дьяволу удавалось уронить их в какой-то грех, испачкать их совесть каким-то проступком. А первое, что я бы хотел заметить, когда это с нами происходит, нам не нужно оставаться в этом состоянии. Это первое. То есть, когда дьяволу удастся нас как бы уронить в какой-то грех, так выразимся, да, то первое, что должно быть в нашем стремлении, не оставаться в этом грехе ни секунды, воззвать к Богу, попросить у Него прощения. Очень важно тут же обратиться к Богу, попросить прощения для того, чтобы Господь смог освободить нас от всего этого. Затем я хотел бы вот вспомнить, есть такое красивое место у ветхозаветного пророка Михея в 7 главы, где он с 7 по 9 стих пишет следующие слова. «А я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего. Бог мой услышит меня. Не радуйся ради меня, неприятница моя. Хотя я упал, но встану. Хотя я во мраке, но Господь свет для меня. Гнев Господень я буду нести, потому что согрешил перед Ним. Доколе Он не решит дело моего и не совершит суда надо мною. Тогда Он выведет меня на свет, и я увижу правду Его». Вот посмотрите, здесь, в этой жизненной позиции пророка, мы видим первое. Он признает свой грех перед Богом. Он раскаивается. Это очень важно, потому что если мы не научимся тому, чтобы признавать свой грех перед Богом, мы не сможем быть помилованы. Потому что в Священном Писании мы находим эти слова, где действительно Господь в книге притчи говорит к нам о том, что в 28 главе, в 13 тексте, сознающий свои преступления и оставляющий их, помилован будет. То есть первое – признать. Если ты грешник, признай. Перед Богом. Попроси прощения. Но другое, что мы видим в этом месте Священного Писания про Михея, это надежда. Это упование на то, что Бог выведет. Бог победит. Бог совершит эту победу в моей жизни. Это очень важно. Да, действительно. Спасибо вам за эти слова надежды, за слова утешения, ободрения. Спасибо за эту беседу. Спасибо вам. Спасибо и вам за то, что провели это время с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Пишите и звоните нам, мы ждем ваших откликов, пожеланий и вопросов. Всего доброго, до свидания. Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать.
Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телепрограмма «Лицом к лицу».